Вот тут что-то типа сквера такого привокзального, но он не к самому вокзалу примыкает, а чуть поодаль. Вот, я уже разволновался. Думаю, а где же памятник Владимиру Ильичу Ленину? Вот, ну вот памятника я не нашел. Ну вот есть бюст его, покрашенный шаровой военно-морской краской почему-то. Вот, бирочка замазана. Вот. Это непорядок. Думал, ну не найду. Вот здесь вот стоит центральный постамент. Тут, наверное, кто-то тоже стоял. А вот никого нет. Вот. Здесь у нас Михаил Иванович Калинин. Вот опять же, ну все лица узнаваемые просто. Для кого-то, для тех, кто знает. Вот. Поскольку область Калининградская и город Калининград, Михаил Ивановича тут не стали свергать. Тут. И Сергей Миронович Киров тоже узнаваемый памятник. Тоже все бирки закрашены, все шаровой краской. Это безобразие. Совершенное безобразие. С точки зрения отношения к истории. О, сейчас немножечко пройдусь. Так вот под другим ракурсом сниму. Когда освещены с этой стороны. Вот тут лучше освещено. Вот кто же здесь был? Или что здесь было? Вот в этом постаменте. Об этом история умалчивает. Так, вот так вот.